По оценке ООН, больше 40% водных ресурсов поступают в Казахстан из соседних государств. Это негативно сказывается на сельском хозяйстве. Хотя, по мнению экспертов, в Казахстане воды достаточно, только мы не можем ее экономить. Учиться, судя по всему, будем у китайцев. Казахстан намерен привлечь в сельское хозяйство инвесторов из Поднебесной. Об этом стороны намерены договориться уже на этой неделе в Китае. Ну, так, по крайней мере, написал на своей странице в Facebook заместитель премьер-министра, министр торговли Сергей Жумангарин. Но привлекать зарубежных инвесторов не единственный выход из положения, считает экономист Арман Байганов. Но он предлагает выделять субсидии и другие преференции аграриям на покупку современных влагосберегающих технологий. Другой вариант – проводить обмен опытом по посеву и технологиям со странами, где развито сельское хозяйство без ущерба водным ресурсам. Можно на наших фермеров даже отправить те же на обучение, может показать, чтобы поделились опытом, тут же Западную Европу, те же, которые тут же Аргентину, чтобы они посмотрели, как у них это. Ну, даже именно климатическая особенность Аргентины, она более-менее схожа с Казахстаном. Особенно южная часть, аргентинская технология, она помогает именно сбережению именно потери влаги при посеве. То есть землю не вспахивать, как раньше, при целине это делалось, ну, которое сейчас в основном применяют по советской технологии. Вопрос по водосбережению и ирригации ранее поднимал Касым-Жомарт Токаев. По его словам, Китай в этой сфере достиг успехов. Глава государства даже предложил разработать совместно с Пекином программу внедрения новых технологий в водохозяйственную сферу.